Привет, танкисты! В этом видео я сделаю обзор на всем известный танк Тигр 131, так как его можно было получить бесплатно. Поехали! Начну с защиты, а она, мягко говоря, так себе. Брони вообще нет, точнее, она есть, но из-за того, что танк квадратный как коробка, пробивают его все, кому не лень. Единственное, что радует, что нет картонных мест, фугасами Тигра не пробить. Далее огневая мощь, тут все в норме, урона в минуту хватает, бронепробиваемость отличная, стабилизация в норме, но можно было и сделать получше, учитывая, что средний урон небольшой, всего 220 единиц, скорость тоже неплоха, максималка 40 км в час, но маневренным танк не назвать, некоторые ЛТ и СТ смогут его закрутить. Стоит отметить, что для комфортной игры танку хватает всего, кроме брони. Ну а на этом у меня все. Вот такой неплохой танк, имбой его точно не назвать, но накидывать 1000 плюс урона вполне можно. До встречи на полях сражений, танкисты.